Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хотел показать свое новое приобретение. Это гражданский карабин ТГ-2 под 366 ТКМ. Это моя винтовка. Таких винтовок много, но эта винтовка моя. Моя винтовка – мой лучший друг. Создан он на основе автомата Калашникова АК-103, но, однако, имеет и отличия. Например, здесь нету шомпла, в отличие от автомата Калашникова 103, и прилив под штык-нож. Имеет также складывающийся приклад. Складывается и раскладывается точно так же, как на АК-103 и АК-74. Так как это гражданский карабин, он не должен уметь стрелять со сложным прикладом. То есть тут по закону положена определенная длина оружия. И как здесь это реализовано? Если мы сняли с предохранителя, то мы не можем разложить приклад, сложить его. Если у нас на предохранителе, мы, соответственно, можем сложить приклад. Но со сложным прикладом мы не можем снять с предохранителя. Магазин здесь с окошками. Как на ТГ-3. На цеве имеются планки Picatinny, например, под установку лазерного целеуказателя или тактического фонаря. Имеется крепление «Ласточкин хвост» для крепления оптических приборов. Также туда можно поставить кронштейн с планкой Picatinny. Стреляет данный карабин патронами 366 ТКМ. Для сравнения, на АК-74М используется патрон 5,45 на 39, на АК-103 используется 7,62 на 39, а 366 ТКМ он создан на базе патрона 7,62 на 39. Тут, грубо говоря, просто выпрямлена гильза и используется другая пуля, более толстая. Купил я патроны с цельнометаллической оболочкой. Цельнометаллическая оболочка. Своей покупкой полностью доволен. Позже покажу возможность стрельбы из нее. На этом всем спасибо за внимание. Пока.